В 1919 году партизан-подпольщик Григорий Котовский стал командиром 2-й бригады 45-й стрелковой дивизии Красной Армии. Бригада вела тяжелые бои с белыми, петлюровцами, махновцами, григорьевцами и иными атаманами, наводнившими Украину. Осенью 19 года южная группа войск 12-й армии, в которую входила бригада Котовского, попала под паровой каток добровольческой армии Деникина. Оказавшись в окружении, красные решают пробиваться к своим по тылам противника. На отряд Григория Ивановича была возложена ответственная задача – прикрыть отход основной группы войск. Котовцы надежно прикрывали марш основных сил и не раз наносили удары, которые приводили к серьезным потерям в рядах противника. После выхода из окружения Котовский тяжело заболел и смог вернуться в строй лишь в начале 20-го года в качестве командира кавалерийской бригады родной 45-й дивизии. Продолжение следует.